Установлен бюст герою России, генералу Шаймуратову, легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии. В этой дивизии в нашей деревне тоже служил кавалеристом Кобяков Егор Константинович. Вот Шаймуратов из деревни Биштеке, Биштеки. Сейчас называется Шаймуратово. Вот основной стенд. Вот флаг, знамя. Немец оккупантарына үлем. Немецким оккупантам смерть. Башкортостан АССР Верховный Совет Президиума. Вот от Президиума Верховного Совета этот 112-й башкирской кавалерии, кавалерийской дивизии. Вот герб у нас башкирской автономии. Вот. Сам Шаймуратов. Вот сам указ. От 30 марта 2020 года дали, что он посмертно присвоили герои Советского Союза. Подписи собирали. Это в деревне Шаймуратова памятник. Это вот фотографии, как они в Деме, в Алкино собирались на отправку. Вот эшелоны грузят. Много монографий. Вот у него за оборону Москвы, за победу над Германией, другие. А вот у него очень много дивизий героев Советского Союза. Очень много героев. Очень славные. Мы гордимся, что у нас такие. Вот эта картина. Обратите внимание. Боевой путь здесь показан. Вот они как вихрем. Сам Шаймуратов несется. Здесь вот из Уфы. Ефремов, Москва, Елецк, Воронеж, Облинское, Дебальцево, Курск, Чернигов, Владимир Волынский, Ковель, Варшава, Премниц, Дьёб, Берлин. Вот где закончили. Вот экспонаты из музея. Уфе тоже в музее боевой славы. Хранится. Здесь чем награждены из этого музея? Даже послужные списки есть. Здесь уже герои Советского Союза. Вот общий, вот Никифоров Алексей Федорович, Грачев Иван Николаевич, Полунин Иван Александрович, Колганов Алексей Несторович. Вот еще есть здесь форма. Второго курса Гималова Федора Ринатовича, вот военно-технический кадетский корпус. Здесь киттель курсанта четвертого курса. Здесь с нагрудными даже Фатыхова Мансафа Мазитовича. Костюм Рафикова Габаса Габдрафиковича. Вот курсантская одежда. В какой одежде? Вот здесь вот
Васильев Григорий Семенович с чувашской деревни Ефремкино тоже командовал полком, герой Советского Союза. Но здесь герои, а нет, кавалер орденов славы Газизов Мустафа Шакирович. Здесь вот чуть-чуть экран мешает. Вот. И здесь фотографии. Фотографии. Я вот медленно провожу. Здесь на свекле. У меня и мама была свекловодкой. Здесь про Васильева. Васильев. Вот на каких путях Васильев был, маршрут полка Васильева. Здесь вот деревня Ефремкино бюст стоит. Здесь альбомы. Вот и Газизов. Наша земля полна героями. Героями самоотверженно защищали свою родину, наши предки.